Тушенка, чай, сахар, мука, рыбные консервы, подсолнечное масло. Все, что имеет длительный срок хранения. Подобные продуктовые наборы волонтеры некоммерческой организации «Благодать» привозили 3 апреля одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам. Причем делали это совершенно бесплатно. У каждого социального работника список из 8-10 человек. Это те, у кого нет рядом близких, а социальных выплат едва хватает на жизнь. Подобную поддержку населению планируют оказывать каждый месяц. Эта помощь предназначена для одиноких пожилых людей с пенсией меньше 11 тысяч для обычных пенсионеров и с пенсией меньше 14 тысяч для инвалидов. Эта адресная помощь оказывается благотворительным фондом «Изгилек», посвященной 75-летию Великой Отечественной войны. Стоимость набора этого в пределах 1000 рублей. Благотворительный фонд «Изгилек» заключил договор сроком на 1 год и в дальнейшем думают еще продолжать этот благотворительный марафон.